Здравствуйте! Продолжаем путешествие по выставке «Зерно основы жизни», и сегодняшний наш гость – модный киноа. Киноа родом с северо-запада Южной Америки, со склонов Анд. Выращивают его там больше 7 тысяч лет, но долгое время, где-то до 20 века, интересно, оно было только местным племенам. А потом привлекло внимание, потому что киноа богато белками, с хорошим аминокислотным составом, витаминами, микроэлементами и так далее. Очень полезная крупа получается. Но не бывает универсальной еды. Скажем, семена киноа содержат сапонины, горькие вещества, которые растение вырабатывает, чтобы его не ели вредители. Поэтому при обработке киноа приходится промывать, чтобы избавиться от этих веществ. И все равно у некоторых людей киноа вызывает расстройство пищеварения. Это не злак, а псевдозлак, то есть киноа не принадлежит к семейству злаковых. Из его ближайших родственников распространенная у нас марь белая, которую часто путают с лебедой. Обычный сорняк. Семена мари, кстати, тоже в принципе можно есть, но при долгом употреблении они вызывают серьезные проблемы со здоровьем.